Александр Цветков родился в Санкт-Петербурге, однако высшее образование получал уже в столице. В Москву будущий мастер переехал в 99 году, а через два года пришел в организацию, которой отдал уже 16 лет своей жизни. 16 лет тяжелой, зачастую незаметной, но очень важной работы. Александр следит за состоянием наших дорог. Наша работа в принципе не видна как таковая, но мы ее выполняем в основном в ночное время. Поэтому снег выпал, утром выходишь на дорогу, поехал, а все чисто. Это так тоже просто не бывает. Вот уже несколько лет на участке, руководимом Александром, из-за состояния дорог не случилось ни одного дорожно-транспортного происшествия. Замечаний от органов, которые контролируют участок Рублево-Успенского шоссе, не поступало. Между тем, речь идет о таких бескомпромиссных ведомствах, как Госавтоинспекция и Федеральная служба охраны президента. Безукоризненная многолетняя работа – одна из главных причин, по которым Александр Цветков оказался на доске почета Одинцовского района. Очень приятно, но было неожиданно, честно говоря, вот это все. А так, ну, выполняем свою работу, стараемся, как бы, чтобы всем было хорошо, чтобы дороги были чистые. Сегодня в подчинении Александра находится около 80 человек. Все они специалисты высочайшего уровня. Мастера, производители работ, водители. Цветков досконально знает особенности их профессии, так как и сам за минувшие годы исполнял самые разные обязанности. Результаты говорят сами за себя. Стабильно высокие оценки от муниципальных властей и специальных ведомств. А теперь и всерайонное признание. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».